Православные сегодня отмечают крещение. В Чебоксарах верующие уже начали окунаться в прорубь. Но основной поток ожидается после полуночи. О том, где можно безопасно искупаться в столице Чувашии, Ольга Пырочкина. Купели в поселке Сосновка на левой стороне Волги и у стен Свято-Троицкого монастыря на правой. Вот два официальных, специально оборудованных для купания места в Чебоксарах. Уже сегодня ночью к купелям придут сотни верующих. Ну а пока здесь специальные службы и представители городской администрации. Нужно убедиться, что все безопасно. Требований много. Конструкции самих купелей и подходов к ним обязательно должны быть раздевалки и пункты обогрева. В этом году мы изготовили 4 купели. Они установлены в соответствии необходимых требований безопасности, имеют перила для подхода, для спуска, имеются лестницы. Также боковина и основание изготовлены из прочного деревянного материала. Подходы к купелям в этом году изготовили из прочного деревянных досок. У мест купания с 18 часов 18 января до 22 часов 19 января будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели. Любая процедура – это стресс, поэтому есть показания и противопоказания. У кого есть хроническое заболевание, там противопоказания, я бы не советовал бы. Категорически запрещается употреблять спиртные напитки. Вначале алкоголь расширяет, потом суживается и высокое давление, и оттуда есть последствия. Даже тем, кто купаться поедет на личном транспорте до купели, и придется прогуляться. А специалисты советуют одеться соответственно. Первыми купели опробовали моржи. Зайти в воду всегда страшно, в ледяную. Хоть ты будешь первый раз, хоть ты будешь сотый раз. Всегда страшно. Всегда приходится себя преодолевать. Советы простые. Перед друзьями, перед товарищами не хвалиться, не похвалиться, не показывать свое «я». Спокойно, тихонечко. Не спеша, в воду не прыгать, не нырять, тем более вниз головой, заходить спокойно, для этого ступенечки сделаны. Те, кто ни силой духа, ни тела похвастаться не может, ищут пути полегче. Так в Петербурге перед празднованием крещения осветили главную водопроводную станцию. Такой подход одобряют далеко не все священнослужители. То, что многие говорят, вот, сказать самое, дать вся вода в этот день освященная, можно в любой проруби там купаться, это неверно. А если вот так бы было, тогда и в ванной нельзя было бы купаться, и тогда и умываться нельзя было, все это в канализацию уходит. Был у нас такой не совсем правильный подход, и священнослужители, и в том числе они освещали бассейны. Это недопустимо. Верить в чудодейственные свойства освященной воды или нет, каждый решает сам. Представители духовенства говорят, купание в Иордании в крещенскую ночь грехи не смоет. Верующий может просто прийти в церковь и помолиться. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.